Когда верьте нам, получается. Не им верьте, ну, типа, а нам верьте. Они не предлагают верить нам, они начинают обосновывать на языке понятном обывателю какие-то вещи, которые мне кажутся очень даже логичными. Ну, типа квантовую физику на трех пальцах. Не квантовую физику, а попроще вещи. Но... Ну, смысл-то такой же. Попробуй ты генетику там на, не знаю, за один час объяснить человеку, который вообще не смыслит ни... Нет, там другая тема. Там протягивается такая фигня, что мы... Ну, вот основной хайп, ну, не хайп, как бы, основная фигня в том, что история нынешняя, она придумана, вот. А 200 лет назад была ядерная война. Ну это да, вот, да, это я знаю. Вот. Но что самое интересное, я не знаю, как в это верить, не верить, да, то есть это как бы никаких подтверждений тому нет, естественно. Вот. Но вот эти воронки, от которых, ну, кратеры, да, которые как бы они показывают, они существуют в реальности. То есть это, вот эти, это уже не байка, то есть они есть. И ну, вот да, их, только природа у них другая. Вот при происхождении этих кратеров было бы интересно узнать, потому что их много, они... Так, ты куда собираешься пулять? Или у тебя Марсы пока просто там стоят? Нет, я буду собираюсь пулять. Ты по моей точке только не пуляй, чтобы мы... Я там атакамсами буду пулять специально, чтобы мы их не вынесли ходом. Вперед и назад. Ну, кидай. Просто с одной стороны, чтобы их надо так накинуть ему, чтобы выбить им что-нибудь вкусненькое. С другой стороны, не так перестараться, чтобы они повыходили через 5 минут все. Да мы, честно говоря, с рандомами, так что ты тут их не особо не жалей. Не, у нас рандомы, они такие рандомы, что они еще и нам тут фору дадут. Это же тоже команда. Кинешь ЦВшку на Браво? А то что тут я не особо вижу. Да, хорошо. Чтобы тут народ у нас... кидал. Don't spam F14, please. А кстати, видел ролик с раскопками этого музея, как он там? Исторический, не исторический какой-то там музей, короче, где он на 6 метров в землю уходит. Видимо, нет. А где он находится? В Москве. Его вообще раскопали сейчас, нет. В сентябре. Короче, здание, у него первый, точнее подвал, это не подвал, это когда-то был первый этаж, там окна в земле, знаешь, вот в землю выходят, да? И они уходят глубоко в землю, то есть минимум 5 метров, может быть даже 6. Там точно измерить тяжело. Ну, это он как бы сейчас... так он глубоко, пойти, или он изначально так был в земле? Изначально так был в земле. А нафига? Чтобы не сгорел? Вот вопрос, знаешь, нафига? Не, я имею в виду, что он как бы построен был с расчетом, чтобы он в землю уходил? Нет, или он просто... окнами, его типа засыпало, не засыпало, хуй знает, короче. Ну, наверное, пожар какой-нибудь провалился. Куда? На 6 метров в грунт провалился? Да. Ну, Москва же, она не всегда была вот такая вот. А зданию не так много лет, чтобы она так сильно заросла. Ну, так если там не было грунта такого, а он обвалился из-за какой-то там херни. Нет, если бы такое случилось, то здание бы разрушилось. Так, я тут не могу и говорить одновременно. А, он целый? Здание целое, да. Тогда начали делать конструкцию и начали раскапывать подвал и, ну, снаружи, да, и увидели, что у него окна все уходят вниз, как бы там фасад, то есть эти колонны декоративные, лепнина, и все это под землей, короче. И все это на 5 метров вниз уходит. А там дальше не копали, а там видно, что стены не ходят еще ниже. Ну, то есть такое, знаешь, то есть как бы вот. И это как бы вот это уже не байки, не какие-то там предположения дебилов. Так что да, там наших слева избивают. Да. А справа наших в принципе нету. Что-то, по-моему, сейчас они будет. Да не едут еще. Это что-то. Нет. Кончились наши справа. Они уже едут в другое место какое-то. Или что они там делают?
Попробуй 52-ку накрыть. Так, стрелял вот отсюда, аккуратнее с марсами. Да блин, где там? Вот ты какой злобый, 24-ка. Какая. Ничего, ничего, мы тебя поймаем. Нет, мы там уже ПВО. Плюх. Так. 52-ка живая, да? Посмотри на это, блядь. Что-то у нас какие-то неадекваты, реально. У всех винрейты там за 70, за 80. А играют как за 20. Надо было брать нормальную деку. Еще и кораблик вышел. Ой, Вась, подя. Да у меня есть. Но как бы там из флота у меня французы. Береговые пушки есть? Да, кстати, вопрос вообще как бы должны быть? Но чё-то как-то не факт. Ты не стреляй, пожалуйста, с базы. Там, во-первых, много нашего вкусного. И мои фобы. И мои фобы тоже. Вот. А то твои французики. Ой, кошемку я бы... Блин, вышку, не знаю, с точкой будет. Я вот тоже, кстати, кошемки решил поотлавливать. Нет, не угадал. Или пехотная, может... Я смотрю, у них... А, наш перекрыли, видимо, им просто отель. Они такие же неадекваты, как и мы. Ну, ты посмотри, да, у нас пехота просто не даст им по земле проехать. Да, ну там худжан прикрыли. Но и наши на челленджер поехали двумя отрядами и только сейчас. Так что это тоже наши лоханулись. В общем, достойно друг друга. Примастишься. Нет, я им еду. Это он так едет. Он дебил. Хорошо у нас. Но что Люмети делает с Ларсами? Практически не передовой. Когда у нас есть арт-деку у человека, зачем брать еще? Че, у меня гаубиц, у меня 6 этих французских танковых гаубиц, 2 Цезаря, 4 Марса, блядь. Ну, не даешь мне поиграть нормально. Я вот взял себе 2 атакамса выбивать им танки. Нет, я взял арт-деку, чтобы именно арт-деки, а не просто... Я понял, что у них арт-дек, и у нас арт-дек, чтобы были. Но мне-то обидно. Я просто взял арт-деку, потому что я не хочу, чтобы не заебало танки мне передали воевать. Ага. Жаль, я верил в твою адекватность. Стреляй ствольными куда-нибудь сюда, сюда. Наверняка что-то ЦВшка. Если я сейчас ее не выбью, значит она там, скорее всего, пехотная стоит. Она же или в домиках, или тут наверняка. У тебя есть свободная ЦВшка? Нет. Ладно. Будем ждать. Надо им затащить на эту. Ну, на эту. На которую надо затащить. Ты максимально ясно выражаешься, что просто вообще работает. Дэн Хотель.
раз он фактически наш, я надеюсь. Вроде как с земли на него не зайдешь. Пока, во всяком случае, надо хоть очки отцапать. Хотя пехота-то там кот наплакал. Я перед наступающим не стреляю. А, не-не-не-не-не. С воды все-таки зашли. То, чего я как раз боялся. Тогда надо пехоту туда переть. Господи, не поставили свешку на Джульетту, а? Или это уже выбили? В общем, отель мы отдали. Надо сказать, что мозги у них все-таки есть, да. Ну что, буду отлавливать по карту. Разделать мне нечего, пехота только в пути. У них там самолеты разлетались, миги. Уже напоролась. Ок. Твою дивизию. Горело у них чутка. Ну что, надо выбивать им тогда, или наши справятся. Наши уже справились. Да, я вот тоже смотрю, в общем-то ничего им не надо помогать уже.
Блин, ну никакого уважения не дают прям пострелять. Не знаю, что с спецназом лучше воевать, когда ты прыгаешь к нему в квартал, а не убегаешь от него. Ну что ж, будем копить тогда на 117-й. Раз наши не могут сделать пехоты ничего, будем убивать так по старинке. Накрой вот это дело марсами. Че они там о себе возомнили? Так, ну надеюсь, я угадаю со 117. Take my word. You don't want to know our message. Есть! Джекпот, ёпта. Правда, там ВДВшники еще. Это огорчает. Кораблик детектед. Зараза.
Он успел убить Лафаэта. Сволочь. Ну блин, ну поставил же метку, но сейчас вертуха сдохнет из-за этого. Угу, я смотрю, там у кого-то стоит фобик, видимо. Смотри, какая вкусняшка. Чё там? А, ну... Ах ты ж, ёптыть. А, так это ты мне перепугиваешь, кораблик. Нафига ты свои... Я его замочил. Я его замочил. Атакамсом. Я думаю, что он меня сваливает из-под ударов? А потому что кто-то по нему пукалкой стреляет. Так, что-то мне захотелось поставить им лафаэтик на море и сделать нехорошо.
Ага, не я один такой сообразительный, ну и хорошо. Если вы не принято перед своими войсками огневой вал продвигает наступление, вообще на ура проходит. Сейчас, по-моему, опять мы своих накроем, или это думает? Думает. Так, сейчас с моря можно будет заказываться. Вот я, получается, чуть-чуть ЦВшка не попал, если, конечно, это не одна у них там. Прям рядышком-рядышком оно было. Правой части базы не стреляй, нас перебьешь. А, все, последний грохнул. Да. Все-таки за американцев играть легко.